От запаха гари в четверг утром проснулись жильцы нескольких домов на улице Горького. В начале восьмого огонь охватил торговые ряды рядом с автобусной остановкой. Спасатели были на месте уже через 10 минут, огонь тушили 30 человек. Среди них не только королевские пожарные. На помощь приехали коллеги из Мытищ, Пушкина и Щелковского района. Приходилось снаружи скрывать металл с помощью инструмента подручного и осуществлять проливку. То есть просто огонь ушел немножко в пустоты, в перекрытие. Там пришлось немножко, скажем так, с ним повозиться, чтобы его там ликвидировать, чтобы он дальше по перекрытиям не пошел. Никто на пожаре не пострадал. Было уничтожено, повреждено огнем имущество в кафе и частично, незначительно залит товар в соседнем магазине автозапчасти. Площадь, объятая огнем, составила порядка 60 квадратных метров. Тушили пожар чуть меньше часа.